Беларуси продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций будут сотрудничать в области научных исследований и совершенствования качества продуктов питания. Об этом сегодня сообщил председатель Национальной академии наук Владимир Гусаков. Он отметил, что Беларусь за короткий период решила проблему продовольственной безопасности и устойчивого развития села. На экспорт отправляется 30% продовольствия без ущерба для внутреннего рынка. Планируется увеличить поставки за рубеж до половины производимого. Задача амбициозная, однако для государства реализуемая. В стране хорошо развит сектор сельского хозяйства. Мы договорились о формировании проекта в области научных исследований, в области рационального питания, безопасности, доступности продовольствия, но и также и научных исследований, и также о проведении нового семинара, возможно, по детскому и школьному питанию. Мы видим прогресс в различных секторах, в том числе в молочной и мясной промышленности. Кстати, мне уже удалось попробовать белорусскую еду. Она очень высокого качества. Я также хотел бы подчеркнуть, что один из самых важных аспектов ФАО – достижение целей устойчивого развития на период до 2030 года. И в этом отношении Беларусь и ФАО готовы сотрудничать и в дальнейшем. Форум ФАО проходит в Беларуси впервые. На семинар приехало почти 100 ученых из 19 стран. Место проведения выбрано не случайно. Наша страна может послужить образцом для многих других государств в том, как можно решить продовольственную проблему.